В древности учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивлять других. Зачем, управляя государством, убивать людей? Если вы будете стремиться к добру, то и народ будет добрым. Люди в большинстве совсем не понимают, что они не только жертвы безжалостной судьбы, но и самые жестокие орудия этой безжалостной судьбы. Шаг назад после неверно сделанного шага вперед является шагом в правильном направлении. Героизм не только в человеке, но и в случае. Можно добиться небольшого прогресса, просто пытаясь подавить зло. Наша большая надежда заключается в развитии того, что хорошо. Иногда ваши лучшие усилия просто недостаточно хороши. Знаете, моя семья и друзья никогда не подакивали. Да, ты правильно делаешь, ты всегда прав. Нет, они говорят мне, когда я ошибаюсь. И именно поэтому я могу оставаться тем, кто я есть, и оставаться скромным. Ничто так не укрепляет авторитет, как молчание. Простота – это то, что труднее всего на свете. Это крайний предел опытности и последнее усилие гения. Свобода средств массовой информации должна быть подчинена важнейшим потребностям Сингапура и главенству целей избранного правительства. С 1945 по 1991 год Китай был вовлечен в серию войн, которые чуть не сломили его. Это поколение прошло через ад. Большой скачок вперед, голод, близкое столкновение с русскими, культурная революция сошла с ума. Я не сомневаюсь, что это поколение хочет мирного подъема. Я как-то сказал Никсону, что президентство похоже на ослика, попавшего под град. Ты должен просто стоять там и брать его. Вы исследуете законодательство не в свете выгод, которые оно принесет при правильном применении, а в свете того вреда, который оно принесет, и вреда, который оно причинит при неправильном применении. Вина – бесполезное чувство. Это чувство никогда никому не помогает, оно же не в силах изменить ситуацию. Так что выпустите себя из тюрьмы. Все наши взаимоотношения с окружающим миром отражают наши отношения к самому себе. Золото проверяется огнем, женщина – золотом, а мужчина – женщиной. Нет ненависти погубнее той, что рождена стыдом за неоплаченное благодеяние. Я любил своего друга. Он ушел от меня. Больше нечего сказать. Кончается стихотворение, мягко, как оно начиналось. Я любил своего друга.
я сохраняю хладнокровие и копаю весь джайв. Так я остаюсь в живых. Мой девиз, пока я живу и учусь, копать и быть вырытым взамен. Терпение – это искусство надеяться. Ясность украшает глубокие мысли. Все может измениться в мгновение ока. Открой глаза, живи настоящим. Невероятное счастье и большая редкость в наше время иметь мужчину, который не создает проблемы, а решает их. Если бросить один раз, это войдет в привычку. Никогда не бросай. Никогда не говори никогда, потому что ограничения, как и страхи, часто являются всего лишь иллюзией. Музыка слишком громкая для одной радиостанции. Любовь слишком велика для одной нации. Жизнь слишком коротка, чтобы принять одно решение, а Бог слишком велик для одной религии. Со всеми людьми, ненавидящими и причиняющими друг другу боль, я не понимаю, как люди могут расстраиваться из-за того, что люди одного пола заботятся друг о друге. В Москве так живут, вечно ни черта не успевают, кроме самого необходимого, да и то за счет сна. Здесь, кажется, нет ни одного человека, который может позволить себе спать сколько хочется, даже дети хронически не досыпают. Однажды жители этого города сойдут с ума от усталости. Мне всегда казалось, случилось, значит, случилось. Какая к черту разница, почему небо в очередной раз рухнуло мне на голову? Оно рухнуло, следовательно, надо выстоять. Так рано в своей жизни я усвоил, что если ты чего-то хочешь, тебе лучше пошуметь. Если у вас нет критиков, вы, скорее всего, не добьетесь успеха. Я полагаю, что одна из самых больших проблем с колледжами заключается в том, что в них слишком много отвлекающих факторов, слишком много набегов на трусики, братств, була-була и всего такого. Сидение за столом не делает вас обедающим, если только вы не едите часть того, что на тарелке. То, что ты здесь, в Америке, не делает тебя американцем. То, что ты родился здесь, в Америке, не делает тебя американцем. Подумай раз, прежде чем что-либо дать, дважды прежде чем что-либо принять и тысячу раз прежде чем что-либо потребовать. Даже самый необыкновенный человек должен выполнять свои обыкновенные обязанности. Если ты огорчаешься по поводу чего-либо внешнего, то угнетает тебя не сама эта вещь, а твое суждение о ней. Но устранить последнее в твоей власти. Если же тебя огорчает что-либо в твоем собственном настроении, то кто мешает тебе исправить свой образ мыслей? Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают,
и ты будешь в полной безопасности от них. Какой странный выбор пренебрегать теми, кто тебя любит, и отдавать свою любовь тем, кто тебя никогда в глаза не видел. Когда имеешь дело с сильными чувствами, бессилие убивает. Чем честнее человек, тем меньше он подозревает других в бесчестности. Низкая душа предполагает всегда и самые низкие побуждения у благородных поступков. Истинная дружба должна быть откровенна и свободна от притворства и поддакивания. Я всегда занимался спортом и правильно питался. Вот кто я. Сейчас много отличного телевидения. Если вы просто работаете над вещами, которые вам нравятся и которыми вы увлечены, вам не нужно иметь генеральный план того, как все будет развиваться. Подумайте о том, что люди делают на Facebook сегодня. Они не отстают от своих друзей и семьи, но они также создают себе имидж и идентичность, что в некотором смысле является их брендом. Они соединяются с аудиторией, к которой они хотят подключиться. Это почти недостаток, если вы не на нем сейчас. Календарь чувств редко совпадает с календарем событий. Мы считаем лишь те размышления умными, что не глупее наших собственных. С европейскими державами не возникло никаких новых проблемных вопросов, а те, которые обсуждались, хотя и не были прекращены, не представляют более неблагоприятного аспекта для будущего сохранения того доброго понимания, которое мы всегда стремились культивировать. Иногда мне хочется, чтобы люди уделяли чуточку больше внимания соблюдению закона, чем его исполнению.